Подходит к завершению. 10-й день сегодня. Вот мы выбрасываемся из лагеря ABC, находящийся под стеной. Также на лыжах с волокушами.
и держим путь домой. У нас очередное утро в Арктике. Надеюсь, будем уже где-нибудь дома. Мы идем домой. Все сало едим. Едим. Да, похоже. Черная стена входит в пятерку, наверное, самых крупных, больших стен Ергак пикболов. Поэтому было за честь и за удовольствие совершить первый проход в хорошей компании, в тройке. Одна из первых мыслей была такая, что опять какую-то жесть словить, ну и тут же пройти какой-то свой первопроход, было бы очень круто. Это слишком серьезный и слишком далекий объект, чтобы оформлять его в двойке. Об этом проекте я узнал совершенно случайно, как сказать, от своего хорошего друга Жигалова Александра, который, не раздумывая, позвал меня опять в эти горы после попытки вот на эту стену. Успешной попытки. Уже третий год подряд мы организуем подобные экспедиции в Ергаках в это время года, то есть осенью. И это восхождение на эту стену тоже родилась совершенно случайно идея. Все хорошо. Идем, докуда не знаю, первый раз.